Телеканал 3003 вставляют. Москва рулит. Казань. Сейчас мы приехали в Казань. Вот, тут у нас состав уже есть, вот, тут уже сидят люди, тут у нас проводница, привет, скажи, о, привет, а вот у нас, которому не хватило места, у нас, конечно, два вам, раз, два, это самый главный, это детский вагон, там вагон ресторан, а тут вагон просто, вот. Такие дела. Сейчас мы едем в Анапу отдыхать, но сейчас все, что идет на улице снег, то есть, ну, раньше шел, вот, снег. Но, там, вы знаете, когда шел снег, вот, ну, в Москве, где-то в мае или в сентябре, не помню, вот, шел снег. Вообще. Вот. Такие вот дела. Такие дела. Давайте сейчас посмотрим, как он будет сейчас ехать. Сейчас отправление будет у нас. Поедем. Вот мы уже поехали сейчас. Вот мы уже поехали. Вот. Что нам скажет проводница? Ну, это не игра, конечно. А это, ну, это игра такая. Проводики я играю. Такая игра. Миниатюрная игра такая, вот, есть. Есть просто обычные проводики, там, где это самое. Привет, привет. Что тебе тут, что тебе тут? Это камера новая. Да, это мне подарили. А, что у тебя там без лимитка есть? Ага. Что, у меня много памяти. Немножко у тебя красивая. Вот такие дела, мы едем, 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 короче, такие дела. Давайте войдемте в мой вагон. Ну вот там я. Вот я. Вот такие дела. Пойдемте дальше. А, забыл поздороваться. Ну я вот, наверное, не здоровался. Ну, можно не здороваться, все равно я здесь. Так. Но сейчас мы только прибыли, и это проводница, и там, как там его зовут? Как тебя там зовут? Макс. Макс, поздоровайся на камеру. Привет! О, это мои, наверное, родители. Мам, пап, я сейчас еду в Анапу. Вот так вот отдыхать, так далее, и у меня будет очень много клипов. Я думала, что переживала, скоро вернулась, или это месяца. Ой, то есть, что-то 14, да, 14, я скоро приду, скоро приеду я к вам. Вот так, ой. Макс, зачем ты закрыл-то эту вагоне? Сейчас мы пойдем к нашему папу. Мы едем с папой. Да, я еду с папой. Вот папа, он любит, когда поезд катается. И
и смотреть. Он как видеокамера, я вам правду говорю. Каждый месяц смотрит, кто едет. Это вообще-то, между прочим, неприятно. И давайте зайдем в мой вагон. Что тут у меня есть? Но есть тут много всего. Привет. Делаю тут маленькое расстояние, чтобы играть в планшет. Вот наш столик. Сейчас я вам покажу наш столик. Вот. Я сплю на втором этаже. Вот так вот. Я сплю на втором этаже, а папа на первом. Вот. То есть я уже на первом стуле. Вот. Когда мы поехали ночью, где-то в полуночь или где-то в час, поехали. Вот, я спала тут. Вот. Я спал тут. Потом мой папа сказал, тут приятно спать, ложись туда. Вот. Такие. Вот там папа. Поздоровался. Привет. Вот, сейчас я покажу, куда мы сейчас едем и зачем мы едем. Но сейчас, пап, можно мне погулять с видеокамерой? Можно. Пока что мы стоим, пока что профессор нам сказала, что еще мы отправляемся через час, а поедем мы где-то 16 часов. Да, 16 мы уже подъедем, и я вам все покажу. Может, мы будем 2 дня ехать, может, 3 дня, может, 4, я не знаю, сколько мы дней будем. Но я вчера отправилась ночью. Надо спросить у проводницы, сколько мы дней будем ехать. Эй, проводница! Чего? Чего такое? Это ты можешь сказать, сколько мы дней будем ехать? 2 дня! Вот так вот, 2 дня, значит... Значит, когда... Значит, 3 дня. Вот, если мы вчера пришли... Еще один день был, и завтра уже приезжаем на платформу, значит, 3 дня. Да, все правильно. Что, не мешаем мне тут в шахматы играть? Ладно, все, пошлите на улицу. Сейчас я покажу наш вокзал, потому что мы стояли всю ночь. Вот. Когда потом поехали, где-то 4 часа ночи, поехали уже. Ну, а расписание долгое было, потому что у нас было... Молчи! Проверка пульта. Всем пока.